Сегодня я хочу поделиться настойкой, которая называется мандариновка. Она очень вкусная. Для этого мне понадобится на 0,5 горькой. Сто грамм сахара. Затем 10 грамм ванильного сахара, либо просто можно использовать половинку палочки ванили. Также 1/4 сока лимона, кожура от мандаринов от 3 штук, ну и конечно же выжатый сок из мандаринов с мякотью. У меня взято было где-то 750 грамм мандарин. Я выжил, и получилось практически пол-литра. Добавляю горькой. И оставляю это все на сутки настаиваться. После чего настойку придется процедить, перелить в бутылку и оставить в покое на месяц. Она хорошо подойдет для шампанского, для вина, для тоников. Ну или будет сама очень вкусная мандариновка настойка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Не забывайте писать комментарии. Может быть, какие-то дополнения вы хотели бы внести к моим каким-то блюдам. И, наверное, через месяц, если получится, то я сниму дегустацию данной настойки. Всем пока!